Максим, добрый день. Меня зовут Андрей. Я инженер-проектировщик компании «Сямженский лес». Составил эскизный проект сруба по вашим размерам 7 на 12 метров с учетом ваших пожеланий, чтобы высота первого этажа в чистоте после усадки была 2800. На данный момент взята высота 2900, 10 сантиметров у нас уйдет на усадку. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Зауголки везде сделаны по 300 мм от центра бревна. На площадке мы рубим их по 500, затем уже после установки сруба опиливаем до заданного параметра 300 мм. Так, посмотрим сруб. Высота сруба у нас получается 3,5 метра, высота фронтонов 2 метра. То есть высота в коньке 5,5 метров, фронтоны рубленые. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что у нас там. Заходим, попадаем в тамбур. Дальше заходим, попадаем. Здесь у нас налево кухня-гостиная, оконные проемы отображены произвольно, в проекте рубиться не будут. Так, здесь у нас спальня, одно окно. Выходим, попадаем в баню. Здесь у нас два небольших окошечка, здесь каркас будет выставлен под туалет. Давайте посмотрим еще парную. Здесь парная. Так, выходим. Давайте посмотрим сруб снаружи. Крыша 140 метров квадратных. Длина ската 5 метров. В расчете использована стропила доска 50 на 200, шаг 600. Крыльцо рубленное изобразил. Для наглядности оно будет выполнено в каркасном из стропил. Так, давайте посмотрим балки. Балки у нас на первом и втором этаже запилены 100 на 200, шаг 600. Это тоже в расчете все учтено. Подробный сметный расчет и эскизный проект я отправил вам в письме. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.